Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Poke World Special. И сегодня у нас в гостях еще один человек, который играет на этом сервере. Это Вака Диджей. Всем привет. Здрасте, здрасте. Кстати, знаешь, что Вака означает? Я не знаю, как в другом, но я как живу в Португалии, Вака это корова означает. Поэтому, может, у тебя какой-то... Просто у меня ник, просто набор букв. Ну, ладно, неважно, короче. А, в принципе, сегодня мы разыграем один дом на спавне и шайни покемона. Я уже выбрал какого, но сейчас не будет какого-то там Риолу или там, не знаю, кто там еще может быть. Метанга, да, шайни. Сейчас мы обычного разыграем, но не каждую же неделю разыгрывать еще какого-то. Но сейчас, может, я еще кого-то разыграю. Я не знаю, понял ты или нет, но я... Хотя нет, не знаю. Короче, давай сначала дом разыграем. Сейчас будем разыгрывать дом. Назови любое число от 30 к 60 или к 60. От 20 к 60. 26. 26, так, ладно. Тебе дом нужен, нет? Ну, в принципе, да. Так, да, ща. Ладно, тебя тогда тоже считаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Я вижу, кто дом выиграл, но я не знаю, нужен ли он ей будет, потому что это девушка, которая играет на сервере. Да, но фиг его знает, мне кажется, ей не нужно будет. Так, ща, тогда тпкнемся к ней, я посмотрю, тут ли она, и спрошу, нужен ли ей дом. Да. Тут? Я тут, и тут. Да не, я ей, она просто куда-то смотрит. А. Ладно, тогда сначала тогда... Я не знаю, давай еще раз попробуем. Так, знаешь тогда что? Что? Одного шайни я тебе дам, так как я тебя пригласил в серию, и сегодня, можно сказать, ты выиграешь шайни. Шайни не очень крутой, шайни чертвик. Нужен, не нужен? О, хорошо. Нужен? Ладно, ага. Тогда я еще тебя тпхну сюда. Какой у тебя там ник? Вака. Так, сегодня я решил Шайни Чертвига разыграть. Сейчас, может, еще кого-то разыграю, кого-то другого. Так, ты где? Заходи в эту машину. Трейд. Так, ой, я вылезаю. Давай. Давай. Машине? Любого, Мэджикарпа там давай или. А в какой-то машине-то? О, да, во-во-во. Так. Ну вот это. Так. Я не знаю, нужен ли тебе или нет. Да не, нормально. Нормально? Ну тогда... У меня, в принципе, нет земляного покемона. Ну? Ну, он и травяной, и земляной же. Ага. У меня есть травяной, но у меня нет земляного, так что он мне нужен будет. Ну тогда вот, держи. Я тогда еще сейчас кого-то разыграю, только... Назови какого-то там стартовика или, может, какого-то... Стартовика? Да, до любого шайни покемона. Ну, давай-ка, к примеру... Ну нет, там... Не знаю, Чермандера шайни. Чермандера. Ну такой. Ну давай, ща я в ваниш зайду и где-то его разыграю. Я не знаю, нужен ли он кому-то или нет. Я тут уже видел много чаризардов шайни черных. Я вообще тут ни одного шайни с тортовиками не встречал. Так, так. Короче, кто первый словит, того и будет. Я заспавню прямо тут. Прямо тут на спауне, в самом центре. Так, Поке спаун, Чарман, Чандалур, Ченси, Чаризард, Чармандер, Шайни. Натура любая, поэтому и Шайни. А я его, если честно, не вижу. Почему, когда я спауню Шайни покемонов, они секунды так... О, я вижу его огонек. А я не вижу. И всех, даже у кого Чаризарды, Шайни на него накинулись. Вот там чувак с Чаризардом Шайни на него накинулся. Где? Где козявка? Я пчелка.
Бред какой-то, когда... Почему, когда я спавню шайни, они где-то минуту бегают невидимые, я их не вижу просто. Все так кидают покебол и не могут попасть. А я его не вижу до сих пор, ты его видишь? Да, он там бегал, на него куча людей напала, но... Ну, бывает такая... О, зато тут этот бочек. Нет, это не бочка. Это не бочка. Ну, мне не дал. Кто его словил? А, я не знаю, я тут немножко отбежала. А. Ну, короче... Во, Вера какой-то... выиграл. Диджей и Шайни. Кого там? Чермелиона. Так, двух Шайни, ребята, мы разыграли. Ни одного, сразу двух стартовиков. Да. Так, сейчас дом. Дом. Тоже любое число называть. Так, ладно. Это еще там дома, давай называй там, я не знаю, от 30 к 50. Любое. Ну давай. 38. 38. Так, тогда я не считаю тут одного. Так, ладно, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, так, сбилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Выиграл тот человек, который выиграл в предыдущий раз, и ему не нужен был дом. Поэтому... Да, выиграл именно тот, кто выиграл в предыдущий раз и сказал, что ему дом не нужен. Поэтому давай еще раз, назови там от 20 к 30. От 15 к 33. 21 тогда. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ты 21 назвал? Да. Так. Тогда выиграл... выиграл дом на спавне. О, я почему-то так подумал, что это он был. Вот не знаю, я на него только что посмотрел, подумал, что... Да, ну... Да, ух, как ему нужен дом. Так. А где этот дом? Домы эти я всегда забываю. Так, тогда ща. Бежим туда. Я побежал. Ща его тпхну. Устроим там офис компании. Там еще три дома остались. Нужно будет или еще делать, строить. Или фиг его знает. Так, три дома там уже есть. У кого-то. Почему меня глючить начало? Нифига себе, сколько покемонов на карте. Это я один вижу или... И это лаги какие-то. Как он меня лагает? У меня тоже. Но это не сервер лагает, а сам майн. Потому что тут, ребята, даже майн лагает из-за того, что тут куча покемонов спавнится. Так. И Ну, шайни тут тоже куча спавнится. Кто там ТП, как его там, кэш? Кашку. Что дон? Шайни. Точно нужно. Шайни Катерпи. О, господи. Чё, дона? Люблю без всех шайни ловить. Я всегда себе хотел Баттерфриш. Не знаю. Он мне очень нравился. А завтра на конкурс? Какой конкурс? А кто там? Катерпи Шайни? Да, как-то. Тебе нужен? Не, можешь ловить, если хочешь. Опа. Очень мало болот у меня. Это мало. Двух шайни разыграли. Так. Тогда ставлю сюда. Выбирай. Как он там? Кэш-бан. Кэш-куб.
дом... Я, короче, могу его имя запомнить, но у него код страны. Так, сейчас, секундочку. Ща. Ну чё ты грузишься, не грузишься, что там у меня? Надо... Так. Ну что, ставим. Ой. Дом принадлежит Кешку. Во. Стены не ломать, ничего не переносить. Еще этажей не строить. Можешь переносить вещи и построить себе. Так. Какой тут название? Шестой дом? Нет. Да, шестой. Так, ну. Регион. Так, мембер. Кешкю. Все. Все. Дом. Твой. Нет, не вижу, что он пишет. Никто не видит, что он пишет, потому что он нифига не пишет. Увидел, красивый стал, я его не получу. Так, вот я к дому подбежал. Да, мам. Какой конкурс, чувак, ты чё хочешь? Вот. Есть такие некоторые непонятные люди. А это чувак выиграл Саламенса Шайни или он это его? Понял? Это чувак от Саламенса Шайни. Походу тут реально. А, это Хэша. Да, походу тут реально... это что там? А. Походу тут реально никто не живет. Значит, у нас еще один свободный дом появился, как я понял. Да. Дом принадлежит Shadow 228. Он в самом... А, Shadow. Ну, он как бы, я не знаю, может, у него уже это закончилось. Да не, да ну нафиг, еще месяц не прошел, мне так кажется. Подписка? Ну, вряд ли. Туда еще один свободный дом есть. Так, ну тогда, ребята, еще один дом освободился. Ну, было три занятых дома, сейчас стал четвертый и еще один освободился. Значит, еще будем кого-то разыгрывать. Кому-то разыгрывать дом. Так, сейчас я это все выкину. В смысле? А ты Ваниша, да? Да. Да я понял, что тут никто не живет. Значит, есть еще один свободный дом, который мы потом разыграем. Ох, капут. Так, нужно бы портал сделать. Куда? В глиняный биом, потому что когда я делал портал, я его не нашел и тогда не было. Ну, да твою ж. Так, дождь я выключу. У меня не глючит, но... Сейчас многие будут писать, что глючит. У меня уже парень выпрашивает продать ему пустыка. Я тут при чем к твоему конкурсу? Нет, дом. Они
не сейчас. Так, ну, поехали тогда строить глиняный биом. Вот это. Телепорт делать. Только мне туда еще. Офигеть, как я не хочу туда лететь. Там. А, кто? А там у какого-то чувака был дом. Я не знаю. Он не на сервере. Я туда так только и попадал. Просто я сейчас тогда туда сделаю телепорт, но туда лететь долго, я не хочу как-то туда долго лететь. Так, ладно, вот. Тогда вот тут уже человек есть, отлично, все, я тут. Я не знаю, знаешь, может сделать зачаровальню на спавне? Как думаешь? Ну, можно, но... Ну, как бы, ну, зачаровальня тут не так нужна. Ну да, ну поэтому и делаю, что не очень она нужна. И чтобы люди себе не пудрили мозги, знаешь, там делать алмазную кирку, чтобы добыть себе обсидиан, алмазы и все такое. При таких случаях, да, она была бы кстати. Потому что, знаешь, если там у кого есть вот эта кирка, и он барыжит на том, что ресурсы добывает в шахте, то, мне кажется, будет нормально, если он зачарит себе и больше еще ресурсов будет добывать, чтобы не париться. Тут же не выживание, да? Это большой роли не играет. Он же себе там меч не зачарует. Зачарует, да, меч тут, по большому счету, вообще не нужен. Ну, поэтому и говорю. Так. Тут что у нас? Нужно территорию незаприваченную выбрать. Капут. Так, ща. Чего бы построить? Назови какой-то классный блок, который подойдет к глиняном биоме по цвету. Блок. А можно, знаешь, какой блок? Вот в эндермире вот этот блок. Он, я не знаю, но он мне очень нравится. Endstone? Ну да, вот он. Или мне кажется, Netherbrick, потому что мне нужны вот эти, как его там. Мне нужны ступеньки. А в Sandstone ступенек нету. Поэтому, мне кажется, будет лучше, если с Незербрика построить. То есть, с кирпичей, которые в крепости находятся. А, то я тут сижу, думаю, что за Незербрик. Я так плохо... Ну, у меня майна просто на английском не было. Я только так знаю. Ух, если бы я помнил, как это все делается... В том смысле, что я не помню, как я делал другие спавны, другие вот эти телепорты, знаешь, то есть я там делал как-то особо, чтобы они красиво выглядели. Сначала, мне кажется, сейчас это заплевать нужно, то еще я уйду и это все поломаю. Да. Так. Где тут некоторые обещавшие? Все ломают. Так, один... Сколько тут? 1, 2, 3. 1, 2 вот тут еще нужно. Так, я тогда сейчас вот это все заприбачу. Чтобы не ломали. И уже наконец-то будет телепорт глиняный биом. Уже можно будет пойти в любое время и... И найти себе того, кого нужно. Так, ща. Да. Клайм. Ух, если бы я помнил, как он называется. Так, ладно, ща. Чтобы это все вспомнить, что и как нужно сделать, сдурить нужно. Так, сюда. Сюда мы ставим. Сюда мы ставим... Так, тут где-то шайни, но я его не вижу. Что-то шайни. Ща, вот кристалл. И, допустим... Во, пускай будет такой. Так, что тут хочется сказать? Шайни. Диглет. Редкостный шайни. Да, очень. Так же, как и редкостный босс. Так, default name. Вроде так. Все.
вообще болото, например, сюда болото. Я тут выберу. Так. Т1. Ух, я уже не помню как там. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Как это тут все делается? Вроде все. Так, сейчас тпхаемся, пробуем тпхнуться. О, отлично, все. Уже есть, уже люди могут сюда тпхаться, но я не знаю, как его назвать. Сейчас, я даже посмотрю. Я не знаю, как его назвать, потому что не помню. Блин, так, вроде все. Да. Сейчас нужно, как я это там делал. А я его что-то не вижу. Какой? А, мясо. Вот. Шел. Какой вайп, люди? Сервер открылся 2-3 недели назад, уже вайп хочет. Да, и сейчас, когда каждый раз будет какая-то новая версия выходить, да, каждый раз там вайп делать. То есть будут разыгрываться шайни, дома и вот это все, и каждый раз там делать вайп, потому что нужно переходить на следующую версию. Заново строить спаун, заново строить вот это все, и сервер будет закрыт там на месяц, чтобы заново весь спаун построить. А вот мне было все время интересно, нельзя как-то так сделать, чтобы не было вайпа. Ну, вайпа этих. Там, ну, вайпа карты. Не. О, у меня тут что-то вон. Ух ты. Вот это покемон. У меня видно. Вот этот чувак, я вообще не понимаю, что он хочет, какие-то конкурсы, какие-то карты, какие-то будешь участвовать в моем конкурсе, я вообще не понимаю, что он хочет. Firepanda 228, да? Да. Какие-то, будешь участвовать в моем конкурсе, приди на мой конкурс. Да, люди тут бывают иногда очень странные. Я, если честно, вообще не догоняю, что он хочет. Ау. Так. О, Райхорн. Начинай. Опа. Вот. Вот, я даже не знаю, кого из глиняного мне надо словить. У меня, ну, метагросс есть у меня, а так мы больше никто не нужен. Не знаю, слови себе Райхорна, не нужен. Не, ну Райхорн-то да. Ну, мне камень так не очень нужен. Не знаю, кто там, Багон есть. Ну, Багон, ну, мне вообще не нравится. Ну, как покемон, он слабый, мне кажется. Ну, я не знаю, кто там еще есть нормальный. 1, 2, 3, так, это сюда. Честно, я даже не помню, кто там еще есть. Там был какой-то покемон новый, его добавили. Что-то типа овечки, у меня такой-то хвостик она держит. Он тут есть в этом обновлении, но я его не находил. Не знаю. Овечка? Вот новый покемон, там... Я не знаю даже, как что это за покемон, как он выглядит. Короче, что-то типа такой овечки, у нее хвостик зеленый, она его еще держит все время. Вот, я ее как раз так нашел. Не знаю, честно. Может, знаю, но сейчас как-то забыл. Она... Как она называется? Смиргли. Ну, что-то типа того. Я не знаю, как правильно читается. Так, да. Короче, его убили. Наверное, это потом дострою, мне так кажется. Или как-то сейчас. Потому что я уже, если честно, не помню, это нужно тпхаться, чтобы было идентично так, как другие спавны. Все. Я его для коллекции поймаю. Ну, лови. Опа.
Вот, тут Диглит заспавнился, деловит. Босс? Нет, обычный. Диглит же очень редкий. Вообще. Да. Прям нереально его найти. Так, что тут еще можно поставить? Что тут еще можно поставить? Это Шайни Намнар, Кто-кто? Не знаю, там Шайни заспавнился, и с ним рядом Магмар стоит, потому что Шайни Намнар. Я не помню, как это, Так, о. И только не надо говорить, что это Диглит. Ну а кто же? Я победитель по жизни. Диглит? Да, к трём. Ну. Так, 1, 2, 3. Тут правильно, но я что-то неправильно сделал. Да. Походу. Не помню. Наверное, вот так. Да, вот так. Фух. Ладно, это я потом уже доделаю. Давай уже на этом заканчивать серию, потому что я забавился этот телепорт делать. Давай я потом, короче, дострою, но зато уже телепорт есть. Уже любой человек может сюда тпкнуться. Так, я еще знаю, что поменяю. Телепорт. Глиняный биом. Во. Все, сейчас уже вроде проверю, поменялось, не поменялось. Длинный биом. Да, все, уже любой может сюда тпхнуться. Все, ребята, там заканчиваем. Сегодня у нас в гостях был Вака Диджей. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем то, что каждую неделю у нас новый человек приходит к нам в гости, в нашу рубрику. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.